должно, наверное, присутствовать в вашем сочинении. А вот дальше будут присутствовать синонимы. Ну, например, художник, живописец, мастер кисти, автор. Чтобы нам не повторяться с вами постоянно, да, мы говорим о том, что ошибка тавтологии довольно серьезная ошибка, вот чтобы избежать этих повторов, вы можете использовать синонимы. Но здесь еще, например, отсутствует синоним имя автора, да, вы можете использовать и его, в том числе не забывайте про это. Но это такие синонимичные слова к слову художник, которые тоже вполне могут у вас присутствовать в картине. Дальше, да, вот все эти выражения вы прочитаете самостоятельно, посмотрите. Вот еще один есть ряд синонимов. Изобразил, показал, нарисовал, воплотил, создал. Еще один ряд синонимов, картина, полотно, репродукция. То есть вы с этим словариком можете работать, чтобы сочинение было разнообразным, да, чтобы у вас не было в каждом предложении одного и того же слова художник нарисовал, а все-таки лексика была разнообразной, используйте, пожалуйста, словарь. Ну и если мы с вами дойдем до конца этого файла, да, тут будет опять картина и опять та же ссылочка, которая была вчера вам. Да, привязана для просмотра видеоролика. Если вы чувствуете необходимость в получении еще какой-то информации, вы можете просмотреть этот видеоролик. Если вы понимаете, что вы готовы написать сочинение, уже вы обладаете информацией, и вам не обязательно смотреть, да, этот ролик, то можете его не смотреть. Я просто сюда ее помещаю, эту ссылку, для того, чтобы вам, опять же, была какая-то дополнительная помощь. Вот и все. И последнее задание будет к этому уроку, соответственно, написать сочинение по картине «Низкого февраль Подмосковья». Этот файл приложен в электронный дневник, он есть в чате родительском. Если есть необходимость, могу его скинуть еще в чат.